Верховный суд Северной Осетии обязал комитет по архитектуре и градостроительству вернуть территорию, на которой находится недостроенная высотка в Центральном парке, из зоны рекреационного строительства в ландшафтную. Таким образом, более гектара земли в парке вновь переведено в зону, предназначенную для отдыха и досуга населения республики. Напомним, в 2018 году большинство депутатов Гордумы поддержали проект изменения статуса земельного участка, на котором расположена высотка. Спорный вопрос выносился на публичные слушания, но постройку снести было невозможно. Решение Верховного суда в законную силу еще не вступило. Верховным судом Северной Осетии удовлетворен иск прокуратуры республики о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня принятия решения Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия Алания от 4 марта 2020 года об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки с внесенными изменениями городского округа город Владикавказ в части установления территориальной зоны рекреационного строительства на территории Центрального парка, включающей участки улиц Максима Горького 1, 1Б и 1В. Суд обязал Комитет по архитектуре и градостроительству вернуть территорию, на которой находится недостроенная высотка в парке Владикавказа, из зоны рекреационного строительства в зону природных ландшафтов. В вопросе урегулирования незаконного строительства многоэтажного объекта на набережной нужно отметить, что в 2006 году решением суда строительство было ограничено 3 этажами. И здесь очень важный вопрос исполнения решения суда того периода. Данный вопрос достался комитету, как говорится, по наследству, с высокой токсичностью, неурегулированием споров собственников и города является очень сложным, но я бы в этом вопросе ссылался бы на ранее принятое в 2006 году решение суда и говорил бы о его исполнении.